Привет, дорогие друзья! Сегодня пятница. Нет, сегодня суббота, 8 июня. В Алании началось настоящее лето. Сейчас мы едем из нашего дома в район Оба по делам. Проедемся вместе с вами по набережной. Ну и, в общем, покажу по дороге, что есть интересного, что есть в районе Оба. Ну и такое видео, где мы с вами немножко поговорим. Я думаю, что вы все знаете, что я читаю все ваши комментарии и стараюсь отвечать на все ваши комментарии. Надеюсь, что мои ответы вам полезны. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях ко всем к моим видео. Я все комментарии читаю и на все отвечаю. Ну и, конечно же, пишите на WhatsApp, на мой номер в WhatsApp. В описании к этому видео есть мой номер, и в описании к каналу также есть номер. И на вопросы ваши на WhatsApp я отвечаю каждый день с 10 до 6 вечера. Поэтому, если вы хотите узнать что-то, что вас интересует, обязательно пишите на мой номер. Сейчас июнь месяц, днем уже очень жарко. Прошлое видео по поводу пляжей вызвало такой прям резонанс. Многие стали писать, что творится на пляжах и так далее. Да, друзья, все мы это знаем и стараемся, естественно, с этим бороться и как-то делать так, чтобы пляжи были чище и приятнее для не только для отдыха туристов, но и для отдыха всех, кто приезжает. И еще хочу сказать один такой момент. С 11 по 14 июня, а точнее 12 и 13, два полных дня, я буду в Москве. И 12 числа, если вы хотите встретиться со мной, давайте встретимся с вами в центре, где-то в центре Москвы, я думаю, что где-то в районе ГУМа, чтобы пойти всем вместе погулять в парк Зарядье и пофотографироваться. В общем, 12 числа в 7 вечера встречаемся в районе ГУМа. Напишу точное место, где я буду стоять, напишу также в описании к этому видео, поэтому кто захочет, в 7 часов подходите, идем гулять. Ну а сейчас переворачиваю камеру, потому что мы уже подъезжаем к набережной и будем смотреть. Сейчас время 6 часов вечера, солнце постепенно садится и становится очень комфортно на улице, потому что дневная жара спадает, постепенно уходит. И сейчас самое время выходить из офисов, отелей, ну, в общем, выходить и гулять на прекрасной Аланийской набережной. Вот такая вот у нас здесь прекрасная набережная. Народ уже постепенно уходит с пляжа. А находимся мы сейчас в районе пляжа Кейкубат. Вот кто-то, видите, занимается спортом. И находимся мы в районе пляжа Кейкубат, а именно едем в сторону Обы. Вот он пляж. Пляж Клеопатра находится за этой горой, а в ту сторону находится уже Махмутлар, ну и, конечно же, Оба, Тосмур и так далее. Ну, давайте сейчас прогуляемся с вами немного по набережной. Вот они, аланийские коты. Без котов никуда. И вот здесь вот один из пляжей и пляжных баров. Кто-то занимается спортом. Ну, а на пляже сейчас достаточно много народу.
На набережной здесь всегда зелено и очень много цветов, каких-то красивых декоративных растений. Можно не только прогуливаться, но можно кататься и на велосипеде, бегать, в общем, заниматься спортом или купаться в море. Вот здесь какой-то даже бассейн сделали детский, ну такой пластиковый бассейн. Очень много на этом пляже тоже пляжных баров. Есть вот такие вот краники для того, чтобы мыть руки. Ну и, конечно же, пляжные бары. Сегодня море очень спокойное. Вот почему, когда мы не на пляже, море всегда спокойное. А когда мы идем на пляж купаться, море всегда штормит и волны. Но на самом деле на волнах прыгать очень здорово. Вот моя тень. Всем привет! Кто-то уходит с пляжа, а некоторые 6 часов вечера на пляж только идут. И на самом деле, мне кажется, это самое комфортное время, потому что, как я уже говорила, жара спала, и очень-очень комфортно находиться на пляже. К морю я сейчас не могу подойти, знаете почему? Потому что мы сейчас едем в сторону Обы, в ту сторону мы едем по работе, и на мне белые брюки и белые туфли замшевые, поэтому в песок я, к сожалению, не смогу спуститься. Вот такие вот, кстати, туфли, купленные в магазине Руя Кундура, совершенно потрясающие. Мягкие летние туфли. Я купила такие и черные, и белые. Очень красивые и очень-очень комфортные для лета, для каких-то официальных дел. Очень подходят. Вот ребята здесь играют пляжный волейбол. Кто-то купается, кто-то загорает, ну а кто-то работает, такие как мы. Да, друзья, на самом деле, несмотря на то, что мы живем в Алании и у нас лето круглый год, мы, как и все, работаем и в отпуск тоже ездим в определенное время. Ну а сейчас, слушайте, вот я стою на солнце, на самом деле очень классно. Надеюсь, что летом, этим летом будет комфортная погода и не будет так влажно. Ну что, идем с вами дальше. Здесь стоят также лавочки. Можно на лавочках отдыхать. Говорила вам про цветы. Конечно же, здесь высажены пальмы, здесь очень много пальм. И вот такие вот декоративные разные украшения, кусты. А в Алании же вроде запретили лошадей и повозки с лошадьми. Да, кстати, фаэтоны запретили в Алании и в Анталии. Но, мне кажется, закон, наверное, еще не вступил в силу. В общем, да, вот такое вот нововведение. Фаэтоны запретили. И мне кажется, это очень хорошо и правильно, правильное решение. Многие спрашивают про туалеты, души, места для переодевания. Пляжные бары располагают всеми этими местами. Вот, например, давайте подойдем к этому пляжному бару. Помимо того, что на пляжных барах есть шезлонги, зонтики, которые можно арендовать.
Естественно, там продаются напитки, еда. И у пляжных баров, у всех есть туалеты, есть душевые кабинки и места для переодевания. С этой стороны, скорее всего, душевые кабинки располагаются вот здесь. И есть также игровая площадка с качельками. И да, вот мы видим душевые кабинки, расположенные вот здесь. Точнее, не душевые кабинки, а просто душ. Этот пляжный бар хорошо обустроен, но и, в принципе, все остальные пляжные бары, они обустроены по типу этого пляжного бара. Сейчас мы уже находимся на границе района Оба. Здесь есть столы для настольного тенниса. Также здесь есть большие детские площадки. Вот, например, одна из таких детских площадок небольших. И здесь вечером очень красиво, потому что вот этот фонтан, он подсвечивается разными цветами, и очень здесь становится атмосферно и красиво. Также есть небольшой парк для скейтбордеров. Поэтому, если будете недалеко от этого места, обязательно приходите сюда вечером, потому что, как я уже сказала, очень красиво подсвечивается вот этот фонтан, и все здесь фоткаются. Здесь, конечно же, тоже пляжные бары. И сейчас мы с вами попробуем все-таки, несмотря на мои белые туфли, мы с вами попробуем пройти на пирс одного из пляжных баров и посмотрим на море, на волны. Очень здесь зелено. Посмотрите, какая густая, классная, прям густая-густая зелень. И вот такая вот густая зелень, друзья, у нас в Алании круглый год. Триста дней в году у нас солнце. Море сегодня очень спокойное, очень потрясающе. Солнце сейчас заходит, и будет очень красивый закат. Самые красивые закаты, друзья, на пляже Клеопатры, вот за этой горой. Когда будете, обязательно идите на Демлатаж или на пляж Клеопатры. Но на самом деле самый красивый закат у горы на той стороне, на Демлаташе. Такие красивые цветы здесь растут. Сегодня у нас получился с вами небольшой такой обзор набережной пляжа Кейкубат. Практически дошли мы с вами до района Оба. Очень здесь живописно. Одна из самых красивых набережных, мне кажется, в Алании. И здесь вот общественный транспорт ездит, автобус 1-101, кто в районе Оба, Тосмур и так далее останавливается, 1-101, и можно доехать до центра Алании.
вам понравилось это видео и чем-то оно было полезно, потому что некоторые из вас писали, что вы очень соскучились по вот таким вот прогулочным видео. И, конечно же, приезжайте в Аланию, в Турцию. В следующий раз, я надеюсь, мы погуляем с вами по какой-то другой набережной и обязательно отправимся на пляж Домлатаж. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Добро пожаловать в Аланию, в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока.